Вот, вывели таких птенцов. Это, похоже, мамка. Папка только что был, отметился и ушел. Может, он еды принес. У нас еще свежо. Как мне доложили, 3 птенца там. Вот она их отогревает. Давай. Давай, иди за червячком. А мы деток сейчас выловим. Да, через сетку, конечно, снимать неудобно. Немножко мутновато будет. О, белочка вдалеке там шарится. О, ну, у нее свои дела. Так, давай, показывай своих деток. Певчий дрозд. О. Вот, они пытаются, похоже, вылазить из-под нее. А она их заталкивает назад. Он ковыряется. Ага. А ну еще ближе подтянем. Она их прессует назад. Да, у нас вчера 9 мая, конечно, выдало копоти. Снега навалили, птицы все очумелые, перелетные, которые в тепло прилетели. Обалдели от нашей погоды вчерашней. Сейчас он ветерок такой чуть есть, солнышко вылазит, по белочка выползла тена. О! Тоже все-таки чудные белочки, животинки. Ну, давай, пошла за червячками. Пора уже кормить деток. Сегодня еще, кстати, морозец будет ночью. Ну ладно, потом еще доснимаем, как она пойдет кушать.